Здравствуйте, уважаемые друзья. Конечно, не о рыбалке будем сегодня говорить. Сегодня приехали забрать сотовый мед с пчелосемей. Итак, пошли посмотрим и заберем их. Такая жара стоит, конечно, как было. Пчела тоже вся сидит. Не захотели, потому что там не дотянули трутневые, а эти все сделали, попечатали почти все, так что забираем. Соединяем их и отдельно коробочка будет. А трутневые в этом году не захотели. Все забираем и вместе с лишним корпусом отвозим. Дома разберем. Вот так. Так, что здесь у нас? И вот такая еще есть. Это я ставил трутневую вощину. Вот они ее оттянули и залили всю трутневую. Сотые какие крупные получились. Тоже пойдет на сотовый. Thank you.
Вот такая она получается красивая. Тут вот так получилось. И коробочки, и сот, и все. И больше, и меньше. Oh.
Ой, отваливается. Вот такое получилось. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим праздником Медовым Спасом. Желаю вам крепкого здоровья, всего самого хорошего, счастья в жизни. И чтобы каждый день ваш был наполнен только радостью, как вот эти соты, заполненные медом. Чтобы у вас все было хорошо. Берегите себя, своих пчел. Всего вам доброго. До скорой встречи.